Из хорошего стоит поделиться с вами кадрами не только бегущих в ночи, но и танцующих при свете дня. Электроденс в Великом Новгороде от Дмитрия Соловьева. Впечатляющие кадры от хороших танцоров. В чем, а в танцах мы эксперты. Это скажут вам все, кто смотрит программу «Танцы разума» или хотя бы ее начало.